Все правильно, да, насыщается кислородом кровь, и она обогащает потом саму мышцу, да. Но вот не только в этом дело. Ну, как бы все мышцы, они примерно вот такой вот формы, да, гипсонообразные, там плоские бывают, волокна всякие, да, у них. Здесь у них сухожилия, где они крепятся к косточке. Например, так вот идет кость. На кости может быть бугорок, который они крепятся, да? Дальше кость пошла дальше туда. Например, да? Что происходит? Из-за чего мышцы вот спазмируются? Из-за того, что там перенасыщены они кислородом, если там есть еще дополнительные всевозможные кислоты, то они не рассасываются, не успевают рассасываться вот эта кровь, да? И поэтому получается болевой эффект. Мозг получает болевой эффект от двух, вернее, от трех точек. Либо в самой мышце, да, что-то произошло, пошел сигнал в мозг. Либо вот тут вот произошло, где она крепится. Пошел сигнал в мозг. Ну, тут все одинаково для него, да, для мозга.